Киностудия Golden Harvest представляют. Производство студии Eastern Production. Джет Ли. В фильме «Кулак легенды». А также Чин Сью Хоу, Накаяма Шинобу, Билли Чао, Курата Ясуаки, Ада Чой, Пол Чьянг и другие. Композитор Стив Эдвардс. Оператор Дерек Уэн. Авторы сценария Гордон Чен, Ил Куон, Ким, Лэм Кей Тоэ. Режиссер Гордон Чен. Киото, Япония, 1937 год. Япония направила войска в Китай для оккупации Шанхая. Напряженность во взаимоотношениях между странами переросла в угрозу войны. Соотечественники, Япония принадлежит народу, а не военным. Мы должны остановить оккупацию Шанхая. Там идут люди из клана Кукурил. Запомните следующее. Пункт первый касается распределения смазки в двигателе. Пункт второй — механика, поршни и функция карбюратора. Все эти вопросы будут включены в выпускные экзамены. На этом все. Что там происходит? Китайцы, вон отсюда! Как вы можете? Япония для японцев. Здесь не место для войны. Что? Ты не имеешь права. Да? Прекратите! Ты ударил его ни за что! Что? Захотел и ударил. Я скажу об этом дяде. Увидим, так ли ты силен. Идиот! Да? А мне плевать на тебя и на твоего дядю. Считай до трех. И пошли вон. Раз. Два. Три. Учитель. Сенсей.
Предводитель клана Кокуриу, мой дядя. Итак, пусть это будет вам уроком. Грубость, как я учил вас, не способ победить в бою. Профессор, я прошу прощения. Не шевелись. Тебе повезло, что травма не такая серьезная. Что случилось? Это моя вина. В самом деле? Впечатляет. Меня зовут Фуникочи Фумио. А вас? Неужели это подарок твоего отца? Так и есть. Эта ручка стоила кучу денег. Что мы теперь ему скажем? Давай, ничего не будем ему говорить. Не стоит его сердить. Мои ученики нам помогут. Вот, Мицука, так-то лучше. А ты такая же требовательная и упрямая, как твой отец. А мужчины не любят упрямых женщин. Спасибо. Кое-кто любит. Это он? Господин. Меня зовут Чен Цзэн. Чен Цзэн. Из школы Джинву? Да. А кто был вашим наставником? Учитель Хуа. Не может быть. Что такое, дядя? Вчера в местной газете я прочитал статью. Там говорилось, что Хуа был убит во время боя. С воином клана Нагучи он дрался до смерти. Не может быть. Я сожалею. Это большое горе для вас. Простите, сэр. Смерть учителя Хуа – большая потеря. Чен Цзэн, ты куда? В Шанхай. Учитель был мне как отец. Ты так злишься, потому что его убил японец. Нет оккупации Шанхая. Свободу Шанхаю! Знаешь, как я хочу поехать с тобой, Чен Цзэн. Чен Цзэн, я буду ждать тебя. Ты же знаешь. Я вернусь, когда японские солдаты уйдут из Шанхая. Наших военачальников сложно убедить. Наши доводы будут весьма убедительны. Мы их заставим. Чен Цзэн. Не надо нас ненавидеть. Это не ненависть. Мицука, это мой долг. У меня нет выбора. Береги себя. Чен Цзэн! Китайский мастер кунг-фу был убит в поединке с Акутагавой. Шанхай. Дядя, дай денежку, дай, дядя. Извините, вот все, что у меня есть. Ну, уходите же. Я бедный студент. У меня нет ничего.
И идите просите у других. А ну, пошли отсюда. Я не японец. Ах, нет, простите. Садитесь. Вам куда? Куда же? В Джинкву. В Джинкву? В школу кунг-фу? Верно. Я там учился. А что такое? Где же вы были? Разве не знаете? Придется учиться кунг-фу где-то еще? После того, как умер наставник, ее репутация на нуле? Чушь какая. Где другой рикша? Тихо, тихо. Я вас отвезу туда. Но можете оказаться перед запертой дверью. Поехали. Наставник был убит, а его ученики разъезжаются. Японцам они как бельмо на глазу. Бросьте эту затею. Чэнзен, ты откуда здесь? Дай помогу. Спасибо. Так вы... Чэнзен, из школы Джинкву. Лучшей школы. Сдачи не надо. Всем все ясно? Чэнзен, он вернулся. Господин Най, это место священно для вас. Если хотите драться, давайте выйдем. Учитель, вы не ранены? Отличный бой. Спасибо. За то, что был мишенью? Нет, послушайте. Если ищете ссоры Джингу, навлечете беду на себя и на японцев. У тебя каникулы? Рад, что ты с нами. Дядя Нанг, мы не хотели говорить тебе до окончания учебы. Как ты узнал? Из японской газеты. Радовались, наверное. Иди, воздай ему последние почести. Пойдем. Погоди, нельзя. Он не может его носить. Он не родственник. Дядя, но он был ему вместо сына. Он имеет право, как и мы с тобой. Не надо ему было драться. Что-то было не так. Я чувствовал. И все это видели. Теперь иди. Что ты делаешь? Это же наш девиз. Терпение. Нет, дядя, Чэнзен прав.
Наши враги убили нашего учителя. Наши правители в их власти. И мы не можем этого терпеть. И мы это докажем. Ты куда? К Нагучи. Чэнзен, закон запрещает месть. Что ж, я нарушу закон. Чэнзен! Постой. Ты ведь был там? Это крепость. У них сотня бойцов. Не забывай, ты теперь учитель. Но, дядя... Хватит, я отвечаю за тебя. Чэнг, Ю, возьмите людей и идите за ним. Шесть, три, вам помочь? Вкусно. Иди. Капитан, вас? Что еще? Капитан Йоан слушает. В самом деле? Один? Да, понял. К Нагучи быстро. Шевелитесь. Один, два, три, четыре. Работай. Да. Свободные. Смотри. Надень свои китайские ботинки и убирайся. Я Чэнзен. А где Кудагава? Эй, ты! Это дом Нагучи. Уходи. Я не уйду, пока не увижу Акутагаву. Что? Ну-ка. Где твой наставник? Я хочу его видеть. Мы сразимся в открытом и честном бою. Если кто-то из нас умрет, мести не будет. Учитель дрался с тобой кулаком, Хуа. Он хотел бы, чтобы я сделал то же. Yeah.
Он победил бы, если бы был здоров. Сюда пускают только японцев или лиц со специальными пропусками. Вы слышали? Чан не мог пройти сюда. Клянусь, я видел его. Да и я. Вон он. Что произошло? Вы японец? Нет, я китаец. На караул? Что случилось? Сэр, ничего, сэр. Генерал Фуджита, господин посол, все в порядке. Дайте дорогу. Да, сэр. Шагом марш! Ты победил его? Да. Скажите всем, чтобы пришли вечером на могилу учителя. Пошли. Но она не готова. Я знаю. Так-так, поднимай. Тяни. Еще. Спокойно. Осторожно. Доктор, приступайте. Я врач, а не патологоанатом. Дайте я. Что вам нужно? Печень, чтобы проверить на наличие яда. Остановите их! Что? Что они здесь делают? Берут пробы. Какие пробы? Обычные пробы. Чэн Цэн считает, что его японцы отравили. Как? Чэн Цэн? Неужели они его отравили? Почему нет? Если я так легко победил Акутагаву, он сделал бы то же самое. Капитан, вы поверили в это? Вы помните, что он слабел прямо на глазах? Хорошо. Но зачем же это делать у всех на глазах? Вот, что, возьмите. Если вы меня остановите, то лучше убейте. Я хочу знать правду. Учитель хотел бы, чтобы мы ее знали. Все ясно. Это смертельный яд. Но кто мог это сделать? Это вам предстоит узнать. А пока помогите нам. Ваша помощь нужна учителю. Конечно. Я так и знал, японец не победил бы его. Теперь надо узнать, кто убийца. Если бы не Чен, мы бы этого не узнали никогда. Это чушь. Но как он это сделал? Может, его отравили, когда он выходил из школы? Невозможно. Он никуда не ходил целый месяц. И мы были рядом. Верно. Значит, это сделал кто-то из нас. А? Шао Вэй? Да. Ты ведь иногда готовил учителю, да? Да. И что? Нет. Это не Шао Вэй. Нет. Но, может быть, кто-то еще с кухни? Я?
Так ты меня обвиняешь в убийстве учителя? Ченг, иди на кухню и проверь, есть там лекарства или яды. Дядя, не сердись. А ты не лезь. Иди, иди. Проверь сам, есть у меня яд. Давай, иди. Дядя, это глупо. Глупо меня подозревать. Думаешь, это повар? Не думаю. Повар работает уже давно. Он любил отца. Да никто тебя не обвиняет. Разве? Я ведь все готовлю. Я отвечаю за каждую миску на этом столе. Почему ты не скажешь мне это прямо в лицо? Ну ладно тебе. Хватит, давайте есть. Чензен, там может быть яд. Да, может. Это верно. Но если мы ели тоже, что учитель, то почему мы не отравились? Правда? Что ты на это скажешь? Обвиняя меня. Садись и ешь. Садитесь и приятного аппетита. Еда не отравлена. Давайте. Я должен сходить к доктору Смиту. Надо узнать, как именно был отравлен учитель. И что потом? Узнаем, кто это сделал. Что это он делает? Что-то новое. В Японии научился. Что это? Здорово. Не знаю. По-японски? Здорово. Чен, это была разминка. А кулачный бой? Да. Пошли. Да, пойдем. Пойдем. Сила в точности. И не забывайте о скорости. Если будете заниматься каждый день и помнить об этом, то выработаете свой стиль. Ясно? Я хотел сказать, это станет инстинктом. Все это позволит нам держать удар. А как же атаковать противника первым? А если у него мощная защита? Что тогда? Он ударит тебя. Значит, нужна стратегия. Сестра, вот новые ученики. Да, мы наслышаны о мастерстве Чена. Да, мы хотим заниматься с ним. Здесь наставник Цинг Он. Он дерется не хуже Чена. Что это? Стойка четыре ноги. Четыре ноги? Она неустойчива. Попробуй ударить. Ну давай, бей. Смотри, попробуй так. Переноси вес сюда. Это просто, но эффективно. Японский стиль. Давай, ну давай, покажи нам. Хорошо, значит так. Как ты себя чувствуешь? Ух ты! Цинг-он. Что? Ты куда? Уже поздно. Побудь еще. Я должен. Я наставник. Если бы ты взял меня в Чингву, тебе бы не надо было уходить, да? Верно. Но я не могу. Ты обещал, что все расскажешь о нас. Ну, ладно. Когда придет время? Я хочу знать о каждом их шаге.
Но нельзя шпионить за своими. Предатели есть везде, и они захотят погубить нас. Без силы тебе будет стыдно. Я удивлен, что ты пришел на совет. Я тебя не звал. Я хотел узнать результаты вскрытия. Так что, учитель Хуа был отравлен? Вы все свободны. Да, господин. Что? Хотите скрыть от них? Я знал, это ваших рук дело. Он был лидером китайского сопротивления. С твоей помощью мы хотели его уничтожить. Мы надеялись, что ты сможешь разрушить легендарный кулак. А ты нас подвел, мой друг. И тогда мы сделали это сами. Убийцы! Приходится признать, что ты не выполнил задачу. У вас ни чести, ни совести. Но я самурай. Я верил, что бой идет по законам чести, а вы его отравили. У вас нет духа самурая. Нет! А теперь о духе самурая. Он не имеет отношения к чести. Его смысл — выживание и полное господство над нашими врагами. Отлично. А теперь я. Смотри. Вот так. Я прочитал отчет о вскрытии. Учитель был отравлен ядом, поразившим его легкие. Во время боя он просто не мог дышать. И вы думаете, что это кто-то из наших? Чэн Зен, зачем ты приехал? Дядя, почему вы спрашиваете? Все эти дни ученики только и делают, что восхищаются тобой. Вы видели? И каково сейчас Тингону? А что с ним? Все, чему ты учишь, идет вразрез с его учением. Чэн Зен, ты понимаешь, что Тингон пока единственный учитель в школе? Помни, помни об этом. Помни. Чэн Зен, вы на пробежку? Да. Так рано? Господин Чен, погодите. Да? Я привел моих друзей, они хотят бегать с вами. Да, да, хотим. Побежали. Ну и ну. Ну, так говорят. Что это? Я отомстил, Чэн Зен. Это Акутагава, он мертв. Стойте, не надо. Насилие не выход. Генерал. Пошли. Доброе утро, учитель. Тебя не было всю ночь. Чэн Зен. Он на пробежке.
Если увидишь его, скажи. Японцы! Здесь японцы! Вот они, японцы. Я вижу. Минь, беги в полицию, скорее. Что вам нужно? Чэнзэн, отдайте его. Чэнзэна? Невозможно. Он с кем-то дерется? С каратистом? Или самураем? Тихо! Мы хотим наказать его за убийство Акутагавы. Это невозможно. Вы знаете, ведь это не он. Это только слова. Отдай мне его, и я докажу. Или будем драться. Так вы за этим пришли? Помахать оружием? Закрыть двери. Не тронь! Это святое! Здесь я. Сабли в ножны. Нагучу, хотите домой? Как? Вы не арестуете их? И тебя с ними. Ты этого хочешь? Мы не уйдем, пока не получим Чана. Из уважения ко мне. Хрен тебе. Чен! Чан, стоять! А то что? Пристрелишь? Не я, мой пистолет. Убрать оружие. Арестовать Чана. Немедленно. Иди. За что? Для допроса в связи с убийством. Почему у меня? Я не... Пошли. Стойте, стойте. Расходитесь, уходите, возвращайтесь в Японию. Мы разберемся, кто убийца. Не волнуйтесь, все будет хорошо, вот увидите. Послушайте, капитан ведет дело, он разберется. А что вы здесь делаете? Извините, судья, так было надо. Я больше не веду дело. Стойте, а как же Чен? Мне надо идти. Встать. Суду известно, что есть четыре свидетеля обвинения.
Да, это верно. Все они видели, как обвиняемый совершил убийство. А откуда взялись эти свидетели? У обвиняемого был нож, и он ударил Акутагаву прямо в сердце. Ударил много раз. Весьма сомнительно. Я узнал его. Вы уверены? Это он, я уверен? Я ясно видел его. Сколько пальцев вы видите? 9. Минутку. 6. Вытяните руку или подойдите. Нет. Они все лгут, это ясно. Ты видел? Я был в Джингву. Занимался с Юшин. Ваша честь, показаниям Юшина, как и других учеников Джингву, нельзя доверять. Ложь! Он лжет! Тишина! Господин адвокат, свидетель прибыл. Ваша честь, я готов пригласить свидетеля. Показаниям китайцев нельзя доверять. Мой свидетель из Японии. Пусть пригласит. Хорошо. Представьтесь, свидетель. Мицука Ямада. Мой отец – министр образования. Мисс Ямада, вы подтверждаете, что обвиняемый был в школе в момент убийства? Нет, не подтверждаю. Мы были вместе в гостинице и провели там ночь. Вы и Чен Зен? Да. О чем это она? А не мог он отлучиться, когда вы заснули? Нет, это невозможно. Мы всю ночь не сомкнули глаз. И чем же вы занимались всю ночь? Мы, я и Чен Цзин, любовники. О чем это она? Не знаю, а ты? Они занимались всю ночь сексом. Он с японкой? Да. Это издевательство над судом. И пустая трата времени. Дело закрыто. Поздравляю вас. Пошли. Глупцы. Все только начинается. Зачем ты солгала? Чтобы спасти тебя. И теперь мы будем вместе. Прочь с моей кухни! Пусть хоть с голоду умрет! Мы тебя отправили в Японию учиться, а не крутить любовь с японками. Что бы сказал твой учитель? Как стыдно! Наша школа понесла большой урон от японцев. Чен Цзен, ты часть Джингву. Ты должен бросить все, что связано с Японией. Чен Цзен, скажи, я создавал тебе сложности? Нет, никогда. Чен Цзен, ты делаешь ошибку. Закончи школу, а потом женись. И лучше на китаянке. Но ведь Мицука бросила все ради меня. Семью, дом в Японии. Она даже солгала под присягой. Я слышала, японки во всем лгут. Все просто. Она здесь не нужна. Ты понял? Пусть живет одна, или уходите оба. Но, учитель,
Почему ей нельзя остаться? Ты на чьей стороне? На японской? Это нечестно. Ты предатель своего рода? А ну-ка, повтори. Что? Довольно. Настал час решать. В твоих руках судьба Джинкву. Итак, мы узнаем в бою, кто из нас станет лидером. Не понимаю, о чем ты, Тинг-Он. Не притворяйся. Послушай, если ты хочешь стать лидером, борись за это. Я стану учителем только после победы над тобой. Если ты победишь, Джинкву твоя. Давай, давай! Учитель, вы ранены? Это все? Школа твоя. Ты учитель. Нет? Мне не нужна школа. Но я не брошу Мицука. Если мы останемся с ней, значит... Значит, прощай. Шантунги одни развалины.
Подожди, я узнаю насчет комнаты. Хорошо. Есть свободные комнаты? Да, конечно. Сюда, господин. Хорошо, пойдем. Она японка? Только не в моем отеле. Мы вместе, понимаете? Ты посмотри. Это Чензен. Предатель. Прошу прощения. Пошли отсюда, вон отсюда, вон отсюда! Уходите, уходите. По-добру, по-здорову. Пойдем, пойдем отсюда. Предатель! Японец! Мышь. Что такое? Там мышь. Я ее видела. Вон там. Правда? Где? Не знаю. Она там была. Не вижу. Ты ее спугнула. Это глупо. Но я их боюсь. Но в Японии тоже полно мышей и крыс. Я и там их боялась. Прости. Я думал, тебе здесь понравится. Ладно, привыкну. А вид прекрасный. Лучше, чем из гостиницы. Тебе здесь понравится, и ты будешь счастлива. Да, а ты? Джингву была моей семьей. Без них это как... начать жизнь заново? А ты сможешь? Почему нет? Джинкву, твоя семья. Без нее ты не сможешь. Я знаю, что не сможешь. Похоже, я знаю тебя даже лучше, чем ты сам. Правда? Ваш чай. А ты поела? Нет, только утром. Как там Тингон? Я так и знал. Переживает поражение, тем более Чен Цзэну. Они были так близки. Его самолюбие страдает. Мы можем потерять его. Да, ну что же делать? Забыть о будущем школы, о нашем добром имени... А если нас вызовут на бой? Кто может заменить его? Ченг и Бью. Если мы получим вызов, жди беды. Моя мама пишет, что японцы злятся на Джинкву. Просит вернуться домой. Не бойся, здесь безопасно. Но я беспокоюсь. Не бойся, мы своих не дадим в обиду. Мы защитим всех до одного. А вы, китайцы, транжиры. Народу мало, а еды полный стол. В чем дело? У нас предложение. Мы хотим видеть старшего учителя. Он просил не беспокоить. Передайте мне. Великий Фуникочи. Сенсей прислал вызов Джинкву. Что делать? Надо найти учителя. Нужен Чензен. Я позову его. Он теперь наш враг. Попридержи язык. Что? Хватит болтать. Иди приведи кого-нибудь. Ты найди Тингона. Иди с ним. Поможешь. Дядя. Дядя. Ченг. Он от нас прячется? Это точно.
Что такое? Что такое? Где деньги? Пока не решила. Можешь подождать до пятницы. Хватит тянуть, меня раскроют. Не раскроют, японцы умеют хранить секреты. Откуда они узнают? Можно найти улики. Да какие улики? Только ты да я. Верно. Но я больше не могу работать здесь. Ты все сделал как надо, успокойся. И ты получишь деньги. И знаешь что, придут японцы, и ты будешь свободен из кучи денег. Понимаешь ты это или нет? Куча денег. Если бы я знал, что в отваре был яд, я никогда бы не дал его учителю. Никогда. Помогите! Помогите! Скорее! Повар! Кто-нибудь, помогите снять его! Приподнимите веревку! Ну-ка! Пошли, расступитесь. Мы нашли здесь следы яда. Правда? Это кора гинго. Она помогает при астме. Это ничего не дает нам. Стойте, у учителя была астма, и повар лечил его. Так, значит, яд ему дал повар. Очень интересно. Послушайте, капитан, пусть это останется между нами. Какая разница, он ведь умер. Мы не можем скрыть убийство. К тому же у него могли быть соучастники. Мы должны начать расследование, чтобы все узнать. Расследование? Да этот скандал уничтожит школу. Капитан, что делать теперь? Идите, расследуйте дальше. Ну что же делать с этим? Отправьте на анализ. Хорошо. Капитан, помогите нам найти Тянг-Она. Не волнуйтесь, найду. Извините, вы кого-то ищете? Извините, могу я увидеть господина Нанго? Он здесь, идите за мной. Дядя, к тебе девушка. Да, чем могу служить? Я слышала, что вы и полиция давно и безуспешно ищете Тинга Она. Вы знаете, где он? В публичном доме. В борделе? Так значит, он у вас живет? У меня. И давно вы вместе? Уже год или больше. Сначала мы были счастливы, но сейчас он только дерется и говорит о Джинг-Ву. Как он скучает по ней. Вы поможете ему вернуться домой? Тингон! Пустите меня! Нет! Я боец! Я хочу драться! Пустите! Вот, выпей чаю.
Ну что ж, пошли. Ты пришел? Не просто так. Клан Нагучи прислал вызов, вызывает тебя на бой. А где Чен? Ты наставник Джингву. Ты нас представляешь. Да поговорите же вы с ним. Когда бой? Я согласен. Ты вернешься? Конечно. Джингву мой дом. Тингуан. А как быть Шен? Ты что, ее бросишь после всего этого? Ты ее выкупишь? Так? Позовите хозяйку. Позовите хозяйку. Мы заплатим. Теперь не придется надевать роскошные платья. Нет. Но я по ним не скучаю. Это платье отлично сидит. И оно тебе идет. Я узнал, Фунакочи лучший боец клана, равных ему нет в Японии. Но не волнуйся, он уже не молод. Дядя Нанг. Дядя Нанг. Она красавица. И мы рады, что ты здесь. Спасибо. Ты бы мог быть так же добр к Мицука. Это другое дело. Мицука японка. Тингон, завтра бой. Тренируйся. Спасибо. За мной. Иду. Он в форме. Завтра бой. Тинг-он против наставника Нагучи. Я уверена, Тинг-он лучший боец. Это правда. Сильнее Чена. Разве это важно? Они равны. Учитель, простите. Вы ранены? Ничего, все отлично. Что такое? Он не в форме? Невероятно. Что же делать? Фуникочи, завтра ты дерешься с Тингоном. Фуджита, не смей указывать мне, с кем драться. Итак, Чэнзен, слушай, что я скажу. И я знаю все о нем и твоей племяннице. И что? Жизнь Мицука — ее личное дело. А будет и моим делом. Она твоя слабость. Если у кого и есть слабости, то у вас. У меня их нет. Ты сегодня рано. Доброе утро. Смотри, дядя.
Это ты! Мицука, ты живешь так далеко. Надо было взять экипаж. Тебя папа прислал? Нет. Он даже не знает, что я здесь. Тогда что тебя привело? Я к нему. К Чену Цзину? Вы поженились? Нет, пока. А ты хочешь? Наверное. Если китайцы и японцы перестанут воевать. Хорошо, что вы не женаты. Ты слишком молода, чтобы овдоветь. Что такое? А если умрете вы, я отправлю ваш пепел в Японию. Ты так уверен в себе? Почему ты не сказал, что будешь драться с дядей? Он не хотел тебя волновать. Чэнзэн, пошли. Не терпится. Посмотрим, чему ты научился. Энергия. Концентрируйте ее мгновенно в одной точке. Энергия? А у камня столько же энергии, сколько у твоего противника? Чтобы драться с человеком, нужно больше силы. Давай посмотрим на практике. Чему еще учитель Хуа учил тебя? Простым вещам. Изучай противника, атакуя, используя его слабые места. Похоже, ты обучался карате, чтобы стать самураем. Нет, у учителя Хуа. Он учил нас кунг-фу. Просто принципы схожи. Но это не то же, что карате. Расскажи, каким приемом вас обучали, чтобы контролировать гнев. Ваш учитель не мог забыть о них. Вы приехали для бесед? Пора? Погоди. Постой. Я разогреюсь. Это что за стиль? Спокойно. Сейчас покажу. Thank you.
Вы не видите? Справлюсь. Поступим честно. Все, конец. Ты не ранен? Я удивлен. Ты так молод, но уже искусный боец. Ваш талант восхищает. У японцев есть пословица: опыт должен бояться молодости. Но вы ведь победили? Конечно, потому что перенял твой стиль. С твоим талантом, если научишься мгновенно менять стиль, будешь непобедим. Похоже, мне еще многое предстоит узнать. Ты не один. Я хочу, чтобы ты понял. Научишься перестраиваться, и ты победитель. Когда ты перенаправляешь энергию противника, ты заставляешь его менять стиль, и он сам себя побеждает. Это все. Вы возвращаетесь в Японию? Чэн Цзэн, наш бой окончен. Да. Но есть еще один японский мастер карате. Его называют совершенный убийца. Чэн Цзэн говорил, что ты самый лучший. Он человек чести и воин-самурай, но не убийца. Твой учитель мог бы по праву гордиться своим учеником. Самый сильный боец на арене Нагучи — генерал Фуджита. Берегись, берегись его. Белые выигрывают. А вы стали играть гораздо лучше.
Спасибо. Похоже, генералу Фуджита не дает покоя мысль о захвате Джинкву, а потом и Шанхая. Он считает это первым шагом к завоеванию всего Китая. Таковы его планы. Вы не шутите? Не может быть. Он сошел с ума. Но он это делает. Если понаблюдать за передвижением его войск, это станет очевидным. Но это безумие. Япония — это просто букашка, которая хочет убить слона. Пока слон спит, у нее есть преимущество, но когда слон проснется, он ее просто раздавит. Этого нельзя не понимать. И все же, если Шанхай перейдет в руки военных, это сильно ослабит слона. Но это невозможно. Ладно. Продолжим аналогию со слоном и насекомым. Если оно ужалит слона в сердце, то сердце остановится еще до того, как слон проснется. И у Японии есть такие насекомые. Например, генерал Фуджита. И таких много. Если это так, то войны не избежать. Ты вернулся. Здравствуйте. А где Чен Зен? Скоро придет. Пожалуйста, садитесь. Хотите чаю? Спасибо. Вам хорошо здесь? Да, хорошо. Я рад. Чен Цзэн, Цинг Он пришел. Ты тренируешься? И много? Когда есть время, да. А как же школа? А что? Ну, я скучаю, конечно. Но сам видишь, у меня новая жизнь. Но ты нам нужен. А Шанхан теперь тоже там. Бросила бордель? У нее новая жизнь. Замечательно. Приезжайте и вы с Мицука. Шанхан могут принять, но не Мицука. Это для них слишком. Она много значит для тебя. Она хорошая. Не все так думают. Если я привезу ее туда, ей будет сложно. Я не могу быть таким эгоистом. Тебе решать. Я научился новому стилю. Какому? Сейчас покажу. Ha ha ha!
Но это же стиль Хуа. Да. Метод кулака Хуа. Я помню, учитель говорил, что он только для школы Хуа. Да, так было, но теперь все изменилось. Другие тоже хотят его знать. Чэн Цэн, завтра у меня бой с Нагучи. Если что-нибудь случится, научи других этому стилю. Дорогой мой Чэн Цзэн, я решила вернуться домой. Я понимаю, как этот бой важен для тебя и твоей страны. И то, что я здесь, мешает твоему делу. Выполни свой долг, и когда японские солдаты вернутся домой, я буду ждать тебя в Киото. Лун пойдет со мной. Тингон, я боюсь за тебя. Возьми больше бойцов. Нечего бояться. Они знают правила, дерутся только двое. Да, верно. Шаовэй? Позаботься о ней, ладно? Погоди, Тингон. Если хочешь, я пойду с тобой. Пошли. Отлично. Вы видите, они снова вместе. Сенсей, Фуникочи уехал из Шанхая сегодня утром. Старый упрямый дурак. Обойдемся без него пока. Но потом я с ним разберусь. Да. Генерал, состоится ли бой с Джин Кву Вун? Да. Мы больше не будем полагаться на Нагучи. Я сам разберусь. Итак, вызов принят. Отлично. Но сначала я кое-что покажу вам. Убийцу учителя Хуа. Выходи! Боец Чанг принял взятку и говорил повару окунуть кору гикко в яд. Все кончено. Убрать его. Всем покинуть зал. Быстро. Покинуть зал! Я написал для вас вывеску «Школа Джин Кву закрыта». У вас есть шанс снова открыть ее ворота и сбросить вывеску. Победите меня.
Держи! Если ты научишься мгновенно менять стиль, будешь непобедим. Oh!
Ты можешь идти? Да. Стой! Генерал! Господин посол, генерал убит. Быстро, сюда. Полиция, всем стоять. Стреляю. Ты ранен. Стоять? Вы на японской территории? Вы не имеете права? Стоять! Солдаты, оружие! Вот наши права! Мы в Китае, и они арестованы! Что? Приказываю сдать их нам! Не двигаться! Не с места! Всем стоять! Посмотрим, кто отдает приказы в нашей стране! Стойте! Убрать оружие! Теперь конфликт будем решать мирным путем! Генерал мертв, но больше никто не погибнет. Сержант? Да, сэр. Вывести войска? Да, сэр. Теперь я за все отвечаю, ясно? Выполняйте мои приказы. Есть. Назад. Шагомарш. Капитан, убит японский генерал.
Я должен знать, кто это сделал. Кто-то должен за это ответить. Иначе военные этого так не оставят. Вам нужен козел отпущения, чтобы предотвратить войну? Хорошо. Им буду я. Нет, не надо. Китай в долгу перед тобой. В чем дело? Что я тебе говорил? Опять наши напали на японцев. Да нас просто обманывают. Это ужасно. Это дело рук самих японцев. Что я говорил? Я был прав. Или сами его убили? Да, безусловно. Чен Цзэн. Вот кто был героем. Я расскажу. Он напал на Нагучи и всех положил. Я знаю, сам видел. Но солдаты убили его. Что с тобой? Кто это? Так, никто. Иди, иди. Не верится, ты уезжаешь и опять все начнешь сначала, да? Поедешь к Мицука? Если у меня теперь нет родины, то пусть останется любовь.